Так-с, ну что, продолжим помогать нашим, господи, какие они все-таки, нашим выжившим помогать выбраться. Главное, чтобы они не лезли на рожон. Патронов у меня осталось вообще. Притык. Блин, что такое с управлением? Бабуля, ну-ка. Чувствую, придется сходить все-таки к тому, в этот, за решетку взять дробовик, потому что впереди, чувствую, еще будет. О, с первого раза прикольно. Впереди еще будет Эй, прилично. сынок, помедленнее! Мы не поспеваем за тобой! Завали хлеборезку, блин, не поспевает она. Вон эти двое поспели, а ты еще там. Я тут все расчистил уже. Че, к ней подойти надо или что? Тебе хочется, чтобы мы пришли в церковь живыми? Слегка. Да мне вообще класть, блин. Такой слегка. Сначала вернемся. Кушал. Голова упала. Так. Я вот думаю. Потом их отвезти или... Или всей толпой идти наверх. Я не могу пользоваться ружьем. Возьми его. У меня есть пистолет. Ну, молодец. Раз у тебя есть пистолет, так. Ну теперь я готов выносить башни всем. Неплохой дробышинский. Я просто не знаю, я боюсь, если я сейчас всю толпу проведу, вдруг он скажет, ну типа это все, и миссия может закончиться. Поэтому я не знаю, наверное, со всей этой толпой буду ходить. Чё там эти застряли, ребят? Вы чё? Ау. Вы идете или чё? Какие они все глупые-то, а? Один туда уперся, другой идти сюда. Я еще нормально идти не могу. Так, зомбоид. Ну куда вы там пошли? С другой стороны, если меньше со мной людей пойдет, тем лучше. Пусть они там застряли. Эй, сынок, помедленнее! Мы не поспеваем за тобой!
тебе хочется, чтобы как вы пришли достала. В церковь живыми? Слегка. Странно, вот чужак нормально сделан, а вот эта тетка, какая-то рожа у нее прям. Помедленнее, я не поспеваю за тобой. Да ты даже не идешь. Я такой медлительный, я сейчас не в лучшей форме. Помедленнее, я не поспеваю за тобой. Я такой медлительный. Да я понял я уже. Обойти никак, да, мужики? Вот вообще. Встряли так встряли. Давайте, идите все за мной. Что ж вы за дебилы-то такие? Все вышли. Бабуля, не тупи, а! О, господи, какая она глупая. Наконец-то вышел. Так. Пошли. Еще и не побежишь. Давай, братва, давай. Ходим тут паровозиком. Интересно, какой-нибудь чего будет зависеть, сколько я людей приведу. Ну-ка. Охренел что ли? Блин, еще какую-то кнопку не ту нажал. Да что он там делает, блин? Ненавижу эту тупую камеру. Специально меня предает. Плюют на меня какую-то хрень. Эй, сынок, да пошла ты нахрен! Ты как самолет, что ли, там летишь? Помедленнее! Нет времени медленить. Интересно, к ней там не подойдут, ее не грохнут, я надеюсь. Пока без нее походим. Да. Ай, заклепали, блин. А, я еще должен что-то жать, что ли? Сплошное какое-то недоразумение. Отстаем. Ну чё, специально так ружьем водишь, чтобы я его не убил сразу? Повыше, наверное, подниму, если что, чтобы в голову прям попадало. Да да чтоб тебя! Задолбали уже. Куда мне стрелять, чтобы он умер? 4 аптеки осталось. Как-то крутит, я не знаю, с этим ружьем какие-то проблемы. Так. Корова, мутант, нет.
всех убью. Все обойдем, посмотрим. Эй, сынок, помедленнее, мы не поспеваем за тобой. Да я просто осматриваюсь. Тебе хочется, чтобы мы пришли в церковь живыми? Слегка. Вот зачем это постоянно включать вот эту... Вот эти разговоры идиотские, я не понимаю. Чтобы выбешивать игрока... Сказала раз, я понял, зачем по 10 раз одно и то же. Хватит ко мне прижиматься. Идите за мной, нормально. Не тупите. Ничего тут нету в коровнике. Так, есть. Сколько я понял, черный вход, а есть белый. О, чуть зомби на крыше вдруг появился. Заходим по одному. Так, холодильник пожрать есть что? Нифига себе. Ну доставай! Да дайте мне пройти-то, идиоты. Так, надо его куда-то положить. Так чё ты схватил? Кажется, кому-то я в рожу запульнул. Так. Нихрена себе это устроил. Просто адский звездец. Так, ладно. А с той стороны? Эй, мистер, помедленнее. В этих туфлях не разбежишься. Ну сними их, ходи босиком. Они что, специально это все? Придется коров убивать. Как они разваливаются, круто. Давайте шевелите. Либали кнопки залипать. Ну-ка. Дженкинс. Может, что-нибудь скажет? Нет, ничего не хочет говорить. Это что? Опа. Какой-то спуск. Закрыто. Эта дверь крепкая. Не думаю, что могу сломать ее. Значит... Может, он там заперся? Твою мать! Ну постоянно я путаю, куда поворачиваться. Какой-то кошмар уже. Хочешь повернуться влево, он, блин, поворачивается вправо.
как мне это уже достало, хрень. Порой такое ощущение, он немного этот, заторможен, у него реакция. Крутишь, крутишь. Есть кто дома? Подождите-ка, кажется, я знаю. Теперь динамит для чего нужен. Что за хрень? Зачем он выстрелил? Там тетку не съедят, которая осталась. Прибежал, надо же. 20 оружейных. Я сказала, что если мы принесем этих шлюх в жертву демонам, то все кончится. Каким демонам? Понимаете, демоны заполонили наш город. Зомби. Это зомби второго типа, не демоны. Поверьте, я знаю разницу. Зомби? Вот бы зомби вселить за тебя, тупой осёл! Зомби второго уровня. Прокачанные зомби, ребят. Теперь дайте мне пройти, пожалуйста. Ты вас сейчас всех тут расстреляю, вы заколебали уже. Ну чё с грязными ногами да по кровати? Да дайте пройти уже, идиоты! Я уже начинаю ненавидеть разработчика, кто делает эту игру, блин. Ну неужели нельзя было сделать нормально, чтобы они так не приклеивались? О, господи, да как же это... перепрыгнуть ничего. Отойдите, а, пожалуйста, а то я вас сейчас всех расстреляю нахрен. Давай, давай, вот так, правильно, все туда. Так. Берем коробку, идем. Бабуля, ну не тупи, пожалуйста, а то я тебя сейчас прибью. Закрыто этот. Да знаю я. Да я хочу коробку выкинуть. Да блин, ну что за... Блин, не игра, а какое-то наваждение с этими выжившими. Да я уже один буду ходить, скорее бы. Ну чё он её не кидает? Блин, у меня чё, кнопки сбились? Я не понимаю. Странно как-то. Да что ж такое-то, а? Я ничего не понимаю. Он не хочет бросать коробку. Эй! Вот сейчас бросает, а там что-то не хочет. Что за тупизм? Ладно, попробуем. Ребят, давайте отойдем подальше.
то сейчас вас опять всех разнесет. Надеюсь, разбил. Сейчас, кажется, не разбил, нифига. Закрыто. Эта дверь крепкая. Не думаю, что могу сломать ее. Или надо как-то встать, чтобы он... Я не знаю, прям как-то вот ровно... Отсюда. Так, видимо, надо как-то вот прям ровно перед эти поставить и... Ребята, я ничего не вижу. Закрыто. Эта дверь крепкая. Не думаю, что могу сломать ее. Да ну ёпарасоте. Не думаю, что могу сломать её. Блин, неужели я наконец смог поставить? Вот только в таком варианте, стоя под углом, он положил коробку. Все, теперь отходим. Надоели уже. Так, сохраниться теперь обязательно перед тем, как все это рвануло. Отходите, отходите. Так. Блин. Жестко. Ну, мужик, ну что ты там застрял? Удобно это все. Что там за музыка такая? Блин, не вижу коробку. Черт, я думаю, мы всегда можем кого-нибудь спасти, так ведь? Кого я там задел? Я столько мучился, и чтоб ты мне сказал, черт, ра-та-та и тру-ту-ту. Кого я постоянно задеваю? Я не понимаю это, блин. Ну что я сделаю, если они, блин, ходят за мной? Как мне их взорвать, чтобы и они не пострадали? Замечательно, просто замечательно. Что они мне надоели, ходят за мной, ходят уже. Блин, как мне надоело, эта камера постоянно... Давайте за мной. Все.
веселенькое путешествие. Ой-ой-ой-ой, сзади кто-то идет, сзади кто-то идет. Да ладно, бог с ним. Пошли быстрее. Вот уже мы дошли почти. Мой герой, если мы выживем, заходите, и я отблагодарю вас. Спасибо за помощь. Надеюсь, вы еще кого-нибудь спасете. Спасибо за помощь. Так. Не говорить с ним. Ну теперь проще будет разобраться с... Пьяна! Как будто издевается, подставляет спину. Хочу повернуть чуть-чуть ружье, он, блин, разворачивается на 360. Даже где-то на 270, может. Ладно, пропущу, сейчас попробую что-нибудь сделать с этим ящиком. Вызволить последнего выжившего. Наверное, что это последний. В общем, решил сходить назад и посмотреть, что будет, если зайти в церковь. Не зря я это сделал. Простите, но не могли бы вы сходить и спасти наших детей? Почему вы не сказали об этом сразу? Ну, я не была уверена, что вам можно доверять. Теперь я знаю, что вы можете их спасти. Они в подвале Дженкинсов, позади нашего дома. Они скрываются там и не откроют, пока вы не подадите условный сигнал. Очень оригинально. Я вернусь с вашими детьми. Это мне напомнил момент, когда я в первом томе в лесу с оборотнями не подходил к чувакам, не разговаривал, ну там не подошел, где мэр, и из-за этого у меня скрипты не срабатывали. Видимо, здесь такая же хрень. Что если мы принесем этих шлюх в жертву. Ладно, это я слышал уже. Но для чего динамит, я не пойму. Может, потом в другом месте пригодится. Ладно, окей. Идемте спасать детишек. Такой резвый, а? Так. Специально. Тогда есть шанс всех спасти. Попробую пока не убивать этих. Хотя не знаю, может зря это дело. Может и не зря. Как же они долго убивают с ружья. В Resident Evil и то там пару выстрелов достаточно. Мужик, я ж тебя вроде убил. А ты что хочешь? Зачем условно стук, когда зомби не умеет разговаривать? Пойдемте со мной в церковь. Зачем? Помолимся. Ваши родители и все остальные уже там. Там безопасно. Хорошо. Пойдем, Томми. Мне кажется, динамит это этот самый. Специально так сделали. Чтобы вот я вот так же долбился. На самом деле надо вот так сделать. Ну ладно, тогда извиняюсь за свои
причитания и прочее. Надо все варианты проверять. Что-нибудь скажете? Меня зовут Бобби. А это мой маленький брат Томми. А кто вы? Бобби. Девочка с мужским именем. Вы убили всех монстров. Вы грандиозны. Я Конечно. Стану таким же, когда вырасту. Нет, не станешь. Все, побежали, хватит. Носу ковырять. Карапуз бежит быстрее всех. Не то, что эти. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, аккуратненько. Сейчас там зомби будут. Где голова? Где голова? Где голова? Нету головы. Да, какие-то зомби еле умирают. Да что его начинает кружить? Я не понимаю, блин. Я нажимаю назад и влево чуть-чуть. Ребята, куда? Идите за мной. Как-то его заносит порой, такое ощущение. Ну, сейчас вроде вот так поворачиваешься нормально, идешь задом, поворачиваешься нормально. Но его порой бывает так переклинит, что-то резко так. Пробежим, не пробежим. Блин, девчонка застряла что-то. Ну, девчонка, давай быстрей! Как всегда, один быстро бежит, вторая тупит что-то. Давай, 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 родимый, давай. Довел их. Эй, мама, посмотри, кто нас спас. Бобби, отойди от этого человека. Охренели, что ли? Я тут вас всех спасаю, вы отойдите от него. Вы теперь идете в ад? Томми, закрой свой рот, или я тебя выпарю. Но, мама, оттуда приходят все монстры. Откуда? Из ямы. Я видел там множество монстров. Это настоящая дверь в ад. Все монстры приходят оттуда. Он, должно быть, говорит о старой шахте. Она была заброшена и закрыта. Но, я думаю, дети нашли ход туда. Что ты думаешь? Мальчик может быть прав. Когда я впервые появился здесь, я заметил это. Здесь что-то не так. Я расспрашивал людей, но никто ничего не знает. Там был несчастный случай, и шахта была закрыта. Она давно заброшена. Прошлой зимой в город пришел странный человек и расспрашивал о шахте, но он исчез. Я проверю, как туда попасть. Вход закрыт, но я знаю, как открыть его изнутри. Я помогу. Парень, ты куда полетел? Вот, мистер убийца монстров. Я отведу тебя назад в церковь. Ничего, я бегаю быстрее этих старых монстров. Я пойду сам. Будь осторожен. Вот так вот. Странно, а почему уровень закончился, когда мы убивали... А, ну может...
Ладно, что-то я не понимаю. То есть, если мы не проходили миссию правильно, то есть убивали кого-то из жителей, получается, мы не завершали главу, и что, вот это странно. Нас отправляли. На базу. Я не понимаю, как-то и что там продолжение. Сразу несколько миссий мы пропускаем. Что-то мне вот это непонятно. Ну хорошо. Хорошо, что все закончилось так. Теперь можно будет идти нормально дальше. Сквозь пещеры. Я надеюсь, мне хватит патронов. Что-то я прилично растерял. На этих зомби. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.